Здравствуйте. Здравствуйте. Девушка-красавица. Как вас зовут? Меня зовут Людмила. Людмила. Какими судьбами вы у нас? А меня пригласила Светлана. Так. Вот, я сходила на ваш концерт, который был на Елизаровской там. Так. Так. В КДЦ Троицкий. Да. Там. Так. Мне очень понравилось. И вот она к мне на этот, на последний концерт, да? Последний. Который «Кот в сапогах»? Да, «Кот в сапогах». Так. Мне очень понравилось. А что вам понравилось, кстати? Это интересный отзыв про концерт. Вот расскажите мне поподробнее. Мне танцы понравились. Вот именно вот индийский танц. Вот, а у нас индийские разве были? Нет, восточный танец. Да. Вот потом вот очень понравилось. Вот вы, по-моему, это вы танцевали. Такой огненный такой. Нет, я не танцевала огненный. Это танцевала, да? Моя ученица. Вот, нет. Очень красиво было. С огненными веерами, да? Да. Угу. Потом золотыми. Такими, золотыми крыльями. Да. Очень понравилось. В общем, под впечатлением. А мы были с моей невесткой. Мы всю дорогу об этом только говорили. Домой пришли, только об этом говорили. В общем, вот. А сам кот вам понравился, актер? И сам кот понравился. Кот вообще, по-моему, да? Прелесть, да. Это профессиональный актер, да, Антон Захарьин. Мы с ним очень давно работаем, очень плодотворно. Он у нас во всех наших спектаклях участвует. Вот, очень украшает всегда. Вот, и Светлана меня пригласила сегодня на первое занятие. И вы были где, на Стрещенге, насколько я представляю себе? Да. А потом на Цыганочку? Да. Палкой их загнала, нет? Нет. Добровольно? Она меня просто пригласила посмотреть, но я не усидела просто. Понятно. Я буду ходить, я сейчас абонемент куплю, буду ходить. Ой, ну вообще супер просто. Спасибо большущее за отзыв, это вот тоже важно, потому что первый раз человек, и когда светится лицо, это очень приятно, это значит, мы не зря тут вообще стараемся. Спасибо. Спасибо.